Освіти! Сегодня с праздником вас поздравляет вся страна, миллионы и миллионы людей, потому что вы даете всем нам путевку в жизнь. Мы вам доверяем самое дорогое и ценное, что есть у нас, наших детей. Вы отдаете им самое ценное, что есть у вас, вашу любовь, вашу доброту, ваши знания, душу. Могу с уверенностью сказать, что несмотря на те вызовы, которые ставит перед нами экономика государства, нынешний год можно назвать новым этапом развития образования Харьковщины. И вот те шаги, которые нам с вами за этот небольшой промежуток времени удалось достигнуть. Уже не на уровне отдельных инициатив, а посредством внедрения региональных программ областной государственной администрации, нам удается модернизировать классы математики и точных наук. На августовской сессии было выделено более 20 миллионов гривен на энергосбережение и энергоэффективность школ. А это и новые крыши, утепление, и те новые окна, о которых вы мечтали годами. Беспрецедентная выделенная сумма на покупку новых школьных автобусов в 10 миллионов гривен стало ошеломляющей даже на терренах всего государства. Мы лидеры по выполнению программы школьного автобуса. Но однозначно это не полный перечень тех мероприятий и тех шагов, которые мы с вами наметили и обязательно добьемся. Мы все прекрасно с вами понимаем, что самое главное – это повысить качество образования. И этот вопрос часто возникал и ставился на повестку дня. Мы амбициозная область и всегда добиваемся наибольших результатов, и наше количество победителей всегда преобладало среди всех регионов Украины по ученическим олимпиадам и по конкурсам Малой академии наук. Однако в этом году вы достигли потрясающих результатов, потому что за всю 8-летнюю историю существования ЗНО мы с вами получили результат выше среднеукраинского по всем образовательным предметам. Мало того, по количеству 200 бальников мы с вами вошли в тройку лидеров по Украине. И это наш с вами рекорд. Да, однозначно, система образования нуждается в реформах, нуждается в изменениях. Это нам диктует время. Эти задачи ставит перед нами президент Украины Петр Порошенко. И я однозначно убеждена, что вместе с вами у нас все получится. Страну меняют люди. У вас есть опыт и желание. У нас вместе с вами открывается много возможностей. Мы вместе преодолеем новые рубежи. И нам есть к чему стремиться. Создание благоприятной и качественной образовательной сферы – это высший пилотаж творчества. Однако ваш опыт и наши желания показывают новые результаты. У нас с вами огромные рубежи впереди, и мы с вами этого вместе добьемся. Я по поручению Игоря Львовича поздравляю вас с сегодняшним праздником. И на этой сцене от губернатора области мы будем чествовать лучших из лучших представителей вашей сферы. Однако каждая почетная грамота и каждая подяка – это не только достижение ваших воспитанников и учеников, это бессонные ночи, это титанический труд, и это полная самоотдача.
И каждый сидящий в этом зале знает, о чем я говорю. Здоровья, терпения и благополучия вам и вашим семьям, а коллегам и вашим ученикам новых научных побед. С праздником вас, дорогие наши преподаватели! За вагомий особистий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики в галузі освіти, сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності та з нагоди Дня працівників освіти нагородити нагрудним знаком Василь Сухомлинський Гогу Василя Миколайовича, директора Зеленогайського спеціального навчального виховного комплексу. Луніну Вікторію Юріївну, директора Харківського центру дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок учителя». Пономарьову Вікторію Володимирівну, директора Харківського поліграфічного центру професійно-технічної освіти. Курилу Роману Вікторовичу. Патріотів України. Дякую за теплі слова. Слава Україні! Героям слава! Святого концерту програму «Відповідь»